Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. Всех хочу сегодня... Христос воскресе, мои хорошие! Всех хочу поздравить с праздником. Пока мои еще спят, решила вот выйти вас поздравить, поздороваться, пожелать вам в этот день только мирного неба над головой, любви, взаимопонимания, чтобы во всех ваших домах царило только согласие, никаких разногласий, никаких там неприятностей, добра. Всем желаю добра. Чем мир добрее, тем будет всем лучше. Будьте добры к своим близким, будьте внимательны к своим близким. Это, ну, это просто как бы, ну, наверное, доброта спасет мир, да? Раньше как принято было, что красота спасет мир. Нет, точно не красота, а точно наша любовь, наши сердца, в которых живет любовь, взаимопонимание, к близким. Будьте милосердны, да, будьте еще милосердны ко всем, к своим близким, к своим, да пусть даже соседям, к своим питомцам. Если человек милосерден, значит, всем, кто с ним живет, всем будет всегда хорошо и комфортно. Мои хорошие, я вас, конечно же, всех люблю, ценю, уважаю. Жду вас на своем канале. И желаю вам, чтобы в этот светлый праздник у вас только было светлое, хорошее, веселое настроение. Thank you.